Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо большое всем тем, кто пишет комментарии и ставит лайки. Вы очень поддерживаете мой канал. В этом видео я покажу свои новые приобретения, которые получил на этой неделе, и немножко поделюсь своим мнением и видением того, как правильно собирать вашу коллекцию. Кстати, здесь сейчас вы видите мои монеты в альбоме Le Sturm. Я их собираю вот в таких вот холдерах. В принципе, у меня два варианта сейчас. Это альбом Le Sturm и есть альбом коллекционер, в который я буду собирать свои обиходные монеты Украины. Ко мне приехали именно обиходные монеты Украины. Давайте их посмотрим. В целом, неплохая упаковка для отправки монет. Хочу сказать отдельно огромное спасибо моим подписчикам, которые помогают мне находить монеты для моей коллекции, которые присылают, либо рекомендуют меня. И так как я собираю обиходку, есть редкие года, которые мне сложно достать. И вот, например, это как раз одна из тех монет, которых у меня не было. 2001 год, 25 копеек. Мне не хватает еще 10 копеек в коллекцию, так что у кого есть продажи вот в таком вот состоянии, пожалуйста, напишите, я с радостью у вас приобрету или поменяемся. Это вот такие вот замечательные 25 копеек. Ну что, я размещу их в альбоме чуть позже. Давайте посмотрим, что же во второй посылке. Наборчик монет. Так, вы знаете, что я собираю и наборы монет Украины. Так получилось, что у меня был этот набор, я даже снимал на него обзор, но была необходимость с ним расстаться. И сейчас ко мне, можно сказать, возвращается набор в коллекцию 2018 года. Вот этот, соответственно, набор, который целый год у меня фактически его не было. Вот мы видим, очень он красивый. Кстати, по поводу ценообразования на этот набор, что могу сказать? Конечно, была у них цена и до 2000, 2500, некоторые 2700 продавали. Конечно, очень много было спекулянтов, у кого эти наборы были в наличии действительно в огромном количестве и прям продавались пачками. Это, конечно, сказалось именно на спрос. Коллекционеры просто отказались покупать в какой-то момент себе этот набор. Но, как мы сейчас видим, реально цена сейчас набора упала. Загреба, конечно, оценил этот набор в 1000 гривен. Ну, я думаю, он, конечно же, стоит чуть-чуть дороже. В районе 1500 гривен, 1600. Я думаю, сейчас такой набор вполне реально купить. Конечно, те, кто купил их дороже, возможно, они их не захотят продавать за 1500 или 1700 гривен. Но я вам скажу, что огромное количество людей, которые покупали их по номиналу, действительно просто с целью заработать. И вполне реально, что цена на этот набор упала, и сейчас они продаются и по 1500 можно найти. И в данном случае чуть-чуть дороже я взял, но зато наконец-то этот набор у меня появился в коллекции. Я хочу сказать, что я планирую купить себе вот такой вот набор, так как у меня его нет. Здесь полупустой набор здесь со сборными монетками. Я переложил в свою коллекцию, но не хватало там в любом случае самых таких вот ценных. И такой наборчик я планирую купить себе под Новый год, как подарок себе на этот праздник. Если у кого-то есть в наличии, друзья, напишите мне, пожалуйста, в Telegram, в описании он будет указан. Вот такой вот набор. Ну что ж, вот такие две у меня посылочки. Я себя порадовал. Друзья, напишите, какие приобретения у вас были в этом месяце, и напишите мне в комментариях. Спасибо всем, кто посмотрел, и до скорой встречи. Всем пока!